В эфире 7 канала новости, и мы продолжаем выпуск. Следующая новость из серии «Повезло так повезло». Красноярец ехал на своем автомобиле по Октябрьскому мосту, как вдруг ему на лобовое стекло упали 4 профлиста. На записи хорошо видно, как строительный материал буквально слетает с едущих впереди «Жигулей» и летит в иномарку. Мужчина рассказывает, от испуга даже залез под руль. Когда пришел в себя, стал осматривать машину. В итоге все крыло, крыша в царапинах, на лобовом стекле трещина. Александр говорит, ремонта теперь 1030. Повезло, что хоть сам остался жив. Как это у нас обычно и бывает, виновник аварии скрылся, а в полиции мужчине и вовсе заявили. Разбирайтесь сами. Инспекторы приехали, правда, быстро. Назначили комиссию. Пришел на комиссию. На комиссии мне сказали, на видеорегистраторе не видно номера. Ищите сами. Да, они еще сказали, надо было машину оставить на месте ДТП и самому пешочком догонять виновника. Сегодня Александр просит помощи у красноярцев. Если вы стали очевидцем этой аварии или запомнили номер «Жигулей», звоните нам в редакцию по телефону 2 900 333.